Здравствуйте, рады мы. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот у нашей в мире, рады мы, есть люди вот, верующие и неверующие. Понимаете? Верующие люди, которые конкретно, вот как считается у нас, верующие люди, которые поклоняются какому-нибудь Богу. Там, Иегове, Аллаху, Иисусу Христу. Атеисты, которые отрицают Бога полностью. А есть такие еще, как бы сказать, стремящиеся к вере. Ну, допустим, да, вот, ну что-то же есть, что-то же есть. Другой пишет мне тут, пишет, высшие силы нами руководят. А какие высшие силы, не говорит. Ну, таких людей, вот эти вот верующие-то пастухи ловят. У них что-нибудь случится, какое-нибудь горе в жизни или что-то. И сразу чик, вот это вот божество у вас испытывает, приходи к нам, и все они, а-ля, и пошли. И начинают сразу же бить они. Они все бьют. Кто в бубен, бум-бум колотит. Кто башкой об землю, бум-бум. Ну ладно, не про то. Смысл такой, что у нас вот, давайте так вот, вот есть умные люди, вот так, чтобы, есть глупые люди, а есть нормальные. Нормальные — это оскорбление, это не дурак, не умный, понимаете, что-то такое среднее, как все. Норма. Нормальный. Норма. В стране, знаешь, как мне, в стране дураков норма быть дураком. Мне тут подписчик написал, мир сошел с ума. Ну, и в сумасшедшем мире норма быть сумасшедшим. Ну, нормальным. Как все. Так вот, рады мои, вот шкалу, представьте, вот шкала. Вот, допустим, X, Y. А вот здесь в центре точку поставим. Здесь вот нормально, норма. Нулик, ну, О. Это здесь норма. Здесь находятся люди нормальные. А вот в игреке, рады мои, вот здесь умные. Вот есть такие вот умные, вот, которые официально умные, которые признают большинство людей или впихивают людям, что это умные. Среди них есть, рады мои, атеисты. Есть, рады мои, которые отрицают Бога. Есть, вот, вот там официально впихивают. А вот где Иксом там... Там от нормально отличается тем, что точно глупые. Понимаете, вот вплоть до не просто сумасшедшими, а уже даже, знаете, овощи и даже инвалидность. Понимаете, вот такие, что ну, там они не понимают. Просто они даже ухаживать с собой не могут. Вот такие вот, ну, понятно. Да как считаете вы, где больше верующих? Кто, вот, смотрите, вот, значит, в игреке бывает, что атеисты, подумайте, и они, рады мы, не крещенные, и обрезание делают, и все, понимаете, вот здесь, или ушли из какой-нибудь религии, вот здесь. А вот здесь, рады мы, они свои сами, своим, где их, своего разумения не имеют, и их, кто ими там, это, пастыри, пастухи их, ухаживающие, их покрестили, обрезание сделали, какой-то обряд сделали, понимаете? И вот, где вы, с какой стороны? Ответьте на вопрос. Или в игреке, или в иксе. Повторяю, вот здесь в центре. В центре, вот здесь в центре, ноль. Нормальные, вот здесь умные, а вот здесь инвалидные по разуму. Вот и считайте, вы где. Определение простое. Если верите, значит... Икс. Не верите? Ближе к Игреку. Все. Ставьте нравлики, не нравлики. Пишите отзывы. До свидания, родные.